пресс-конференцию, главный тренер футбольного клуба «Тосно» Дмитрий Владимирович Парфенов ответит на ваши вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста. Добрый вечер. Сдержим аргументы и факты. Готовность к матчу вы наверняка детально рассматривали игру Краснодара. В этом плане Краснодар сыграл так, как вы не ожидали, и что не получилось у вашей команды? Все абсолютно то, о чем говорили ребятам и к чему готовились. И, к сожалению, пока нас на 20 минут хватило хорошего и качественного футбола, где мы могли даже забить голы. Мы к этому готовились, особенно хотели это сделать в начале. То есть этот план практически сработал. Но другое дело, соперник пришел в себя. Понял, наверное, я так думаю, что приехала команда. Да, мы где-то, может, и сознательно отдали мяч, но тяжело играть в открытый футбол с организованной командой, которая имеет хороших исполнителей в атаке. Чуть-чуть недотерпели, но недотерпели было бы утопия изначально приехать и стать под своими воротами. Надо противопоставить контр-игру обязательно, потому что тяжело всю игру отбиваться. Вот в итоге игра и показала. Коллеги, еще вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Антон Тихий, независимая спортивная газета. Скажите, что конкретно не получалось у команды в атаке сегодня, ну, после 20-й минуты? И в чем резервы Тосно на будущие матчи? Что не получалось, я и сказал. Пока мы выходили, ну, хорошо выходили. Получалось даже наверху прессинговать соперника. При этом имели хорошие возможности. Соответственно, потом стали ошибаться при переходе из обороны в атаку. Отсюда потихоньку давление наслаивалось. И нам было тяжело выходить. Это, сами понимаете, без мяча перемещаться. Это усилие. И концентрация в какой-то момент была потеряна. Плюс исполнители Краснодара использовали свои возможности. О резервах на будущее? Резерв – это наша работа, терпение. Здесь другого пути нет. И вера в то, что мы делаем. Вера в друг друга, в команду, в партнера. Такая ситуация. Пожалуйста. Светлана Голуб, «Кубанские новости». Какие вообще задачи стоят у команды на сезон? И правда ли, что у клуба в примере развития стоит футбольный клуб «Краснодар»? Ну, я думаю, это здесь не секрет ни для кого, наверное. Это для многих пример и положительный, и очень положительный пример. И, конечно, все хотят, наверное, стремиться к этому. Наверное, мы и в том числе. Задача выходить у нас на каждую игру, как на финальную. Пожалуйста, еще вопросы есть? Спасибо, коллеги. Спасибо. Всего доброго.